Звук забыл включить с прошлого видео. Всем привет! Сегодня середина мая. Ну как середина? Сегодня что? 10-е. Всех, кстати, с праздником Победы. Немножко объясню по поводу прошлого видео. Цель видео... Вы немножко не поняли. Цель видео была не... То, что я там на кого-то обиделся и просто захотел молчать. Нет. Ну, во-первых, захотелось снять такой эксперимент, снять видео в полной тишине, чтобы были только звуки природы, рыбалки, ну, птички, ну, звук воды. Это, ну, как бы хотел создать атмосферу присутствия. Ну, а смотрю, люди подумали, что я на кого-то обиделся и поэтому молчал. Никто никогда не заставит Андрюху молчать. Ну и заодно 9 мая видео вышло в этот день. Ну и хотелось все-таки просто не минуту молчания, а просто 30 минут видео помолчать. Ну и как бы... отдать дань всем погибшим в то время. Ну, народу было нелегко. Поэтому как бы хотелось... Ну, не хочется забывать об этом. У каждого из нас родственники там побывали. У каждого были потери. Но все-таки мы победили. Поэтому с Днем Победы всех! Ну, а сегодня я приехал... вот на такую речку. Место всем известное. Мое самое любимое место. Просто я его обожаю. Знаете чем? Что, во-первых, весна. Все цветет, все поет. Ерек затапливает только весной. Здесь воды и летом нету. И просто присесть здесь. Людей нету. Никого нет. Только природа. И вот мне нравится здесь сидеть, на поплавок ловить. Ну, просто классно. Сегодня опять хочу здесь присесть. Ну и посмотрим, что будет ловиться. Всем приятного просмотра. Вот тут овник скоро поспеет. Ягоды еще зеленые. Ну, наверное, через дней 10 уже можно будет есть. По-научному это называется шелковица. Не знаю, как у вас, но я в детстве, ну и вообще у нас ребята во дворе, эти ягоды называли тутник. Поэтому тутовое дерево, а ягода тутник. Ну, а в других областях шелковица. Что-то какие-то жуки. Куча жуков столько. На крылатских похоже. Так, сегодня я впервые не забыл стульчик взять. Так что будем сегодня по-цивильному сидеть. Воды, кстати, меньше. Вода уже падает. Дали 26 кубов, а теперь убавляют. Даже не стояла вода. Не знаю, как дальше будет. Ладно, сегодня... сегодня у меня, кстати, смотрите, что я нашел. Во! Смотрите, какая красота. Вот есть максимусы, есть там дайвы, кайды, да, удилища, есть шимана. А у меня вьетнама. Трехсоставной бамбук.
Вообще красота. Можно вот так сидеть и ловить. Если далеко кидать не надо, прям вот с каяка, например. Если деревья мешают, можно вот так ловить. Ну а если рыбка далеко от берега, то можно и вот так. Вообще 4 метра, по-моему, да? Раз, я уже и не помню. 2, 3. А, 3,80. Вообще красота. Смотрите. Вот сегодня будем ловить вот на такую удочку. Раритет. Красноперочка первая. Так, а что она? Она маленькая. Да. Первую рыбку вообще не отпускает, но будем считать, что она убежала. О, поклевки сразу. 15 минут сидел, вообще ни одной поклевки не было. И сейчас поперло, да? О! О, густера, эту можно взять. Хе-хе. Смотрите, какая. Это уже можно и в садок. Кто-то уже заметил, что у меня новый садок. На самом деле он старый. Я взял тот китайский садок, разобрал, взял с него кольца, купил сетку и все, и смастерил новый. Теперь у меня точно не порвется. Сейчас мы еще подальше закинем. Вот так. Все. Мокрица. Кто-нибудь видел мокрицу вживую? Иди сюда.
О. Повело куда-то. Воблёха. Ты чё? Уже давно скатиться в море должна. О, какая малявка. Чем ближе к лету, тем меньше воблы. Запрет на воблу уже начался, поэтому выпускаем. О, что-то прям потопило как сразу. О, вот это хорошенькая красноперочка. Вот это мне нравится. Вот такая бы ловилась. Вообще замечательно было бы. Куда-то на глубину тащит. Ну да, воблюха. Так, гуляй. Обновили червячка. Сейчас посмотрим. Побольше насадил. У меня крючки, в принципе, не маленькие. Поэтому вобла плохо подсекается, мелкая. Так поклевки прям сразу. Ах ты. Ну да, наверное, воблюха подошла. Поплавок водит. О, вот это уже хорошо. О, какая трошенция. Что-то топит. Да? Ага. Ну, это не серьезно. Что-то покоцанная какая-то. Только хотел сказать, хороший живец на жерлицу, и, похоже, она уже побывала в пасти у щуки. Кстати, у меня монтаж. Кто-то спрашивал. Просто обычная лесенка. Грузил и поводки с крючками. Но обычно я два вешаю. Так как сейчас весна. Свежая трава растет на дне. Ну и, соответственно, водой это все залилось.
Ну и чтобы крючки не были совсем в траве, я чуть-чуть приподнял их. Ну, то есть у меня груз не на дне лежит. Ну и повесил плюс третий крючок, так как рыба сама поверху, ну, как бы в пол воды идет. По дну она вообще редко идет сейчас. Ну, потому что там трава. А это вообще, смотрите, сетки убежала, что ли. Вообще половина чешуи нету. Хотя тоже, может, щука какая. Но вот сейчас попалась на нижней. Ну, где-то вот так от дна. До этого попалась на мормышку. Получается, вот так от дна. Ну, то есть сейчас, получается, вся рыба в период паводка, она вообще, начиная от поверхности, до дна ходит. Но бывают такие места, где на дне просто трава густая, и нет смысла крючки держать прям на дне. Что-то опять куда-то повело. Тащит? Да.
Что-то притапливает поплавок. Что там попалось? А, окунь. Мент попался. Во. Ходит здесь мелкую воблу, наверное. Контролирует. Поклевки моментальные. Такие слабенькие. Но это, кстати, не вобл клюет. Сразу видно. Да, красноперка. Красноперка сразу топит. Ну, как бы без рывков. Прям вот так. А вобл вот так. Сразу отличается. А мы, кстати, что ее взяли-то? Она, наверное, маленькая, пузатая какая. Отпустим ее. Что-то я заговорился и уже мелочь беру. Сегодня, как обычно, просто рыбачим. Надо убить рыбы. Цели нет. О, уже и две даже. Одна вобла, одна красноперка. Да стой ты. Обе малявки. Сегодня погода пасмурная. У нас вообще похолодало. В принципе, везде похолодало. Где-то даже снег выпал. Но у нас примерно 10. Утром плюс 8. Вот так. Днем, ну, где-то до 20-ки доходит. Хотя сегодня вот тучки на небе. Прохладно. Наверное, градусов 15 сейчас. Вода ледяная, я даже не знаю, как сейчас сазан икру метает. Просто холодный, даже полой вон там сзади меня разлива. Вода прям холодная в ней. Поклевки есть, давай, давай. Опа, о, неужели черепаха? Ура, поздравьте меня, я впервые в жизни поймал черепаху. Да хорош, Виолетта это не видит. Ах ты, стоять. Обычно Виолетта черепаху ловит, теперь я поймал. Ура, смотрите. Самка, кстати... Самец от самки отличается плоскостью дна. Видите, у этой самка, а у самца плоский. Ну, точнее, такая выемка. Прикольно. Черепаха. Привет. Ага. Давай, гуляй. Че, сама уползешь? Давай ее вот сюда положим. Кто не в теме, брал 4 раза дочку на рыбалку, и 4 раза она ловила черепаху. Я за свою жизнь ни одной черепахи не поймал. Я не знаю, как у нее это удается.
И вот сегодня я наконец-то раздуплил. Поймал первую черепаху на крючок. У меня даже лягушка попадалась когда-то давно. На коллекторе я ловил. У нас там пожарный коллектор был. И там сазанчики, красноперка. Караси ловились. И вот у меня как-то лягушка так даже попалась на крючок. А черепаха ни разу. И вот наконец-то я сегодня вытащил. О, что-то тащит. А, воблёха. Без чешуи какая-то. Поклевки есть, но мелочи прям вообще очень много. Я уже... Ох ты, ну это вообще издевательство. Поплавок под воду ушел полностью, а ничего нету. Вот крючки даже побольше повесил, но все равно мелочевка попадается. Что-то куда-то потащило. Да? Но это не вобла. Это уже красноперка. А, даже густера маленькая. Наверное, из-за того, что уровень воды упал. И крупная рыба, скорее всего, начала выходить с полоев. А мелочь еще пока здесь остается. Я вот не пойму, дождик что ли идет? Да, дождик пошел. Думал, с ивы капает, а это, оказывается, дождик. Начал моросить немножко. Что там? Да хорош! Да хорош! Вторая! Или это та же? Ты что, серьезно? Иди сюда. Ну да, по-моему, это та же черепаха. Крючок-то ты мне отдашь, нет? Крючок отдашь? Пасть открой. И чё, ее как вытаскивать? Она крючок заглотила, Давай, давай, открой пасть. Ну ты чё? Вот тоже, смотрите, как объели. Руки какие-то. Тут, кстати, если вдоль берега пройтись, тоже очень много интересных мест. Здесь даже камыш. Возле камыша бы половить было бы классно. Вот место, кстати, тоже.
Вон лопухи какие. Сколько их здесь. Ой, здесь прям завал. Деревья завалило. Ну-ка. Тоже интересное место. Кустов ежевики вдоль берега полно. Вот она. Осенью здесь, наверное, можно пособирать. Вон рыбка какая-то сейчас была, уплыла. Ну, прикольно здесь. Вообще здесь водоем очень интересный такой. Чисто на поплавочную удочку посидеть, половить. В принципе, вот дамб таких из бревен очень много. И вот возле них половить тоже было бы интересно. О, нора какая-то. Прогулялся вдоль берега, посмотрел новые места, там, в принципе, интересно. Ну и, короче, еще два клеща цепанул на носках. Клещей в этом году очень много. Сколько я здесь? 30 метров прошел. Так что надо быть осторожным и брызгаться химией. Ага. Пузатая красноперка. Для тех, кто задает вопросы, почему я отпускаю рыбу. В каждом регионе правила любительского рыболовства свои. У нас в регионе, ну, во-первых, воблу запретили до 31 декабря ловить, поэтому я ее отпускаю. Плюс у нее размер 17 сантиметров, так же, как и у красноперки. То есть я вот сейчас отпустил красноперку. Ну, явно там сантиметров 14-15. Поэтому вот приходится большую часть улова отпускать. О, хорошенькие попались. Такие можно взять.
Ну, что-то топит. Топит, топит. Опа, кто-то большой попался. А, подлещик. В этом году еще ни одного не было здесь. О, какой, кстати, с болячкой, да? Да, смотрите, больной какой. У нее какая-то болячка. Ух ты! Чуть не убежал. Ну, тебя отпускать нет смысла. Заберем. Кошке отдадим. Сварим предварительно. Солнышко стало проглядываться. И сразу так птички запели. Все понятно здесь. Солнышко вышло, прозрачность воды, смотрите, как увеличилась. И, похоже, весь крупняк разбежался. Последние, наверное, 5 рыбешек были вот такими. Так, чё тут я поймал-то? Наверное, ничего и не поймал. О, смотрите, аж в облёшка садки застряла. Ну, кошки пойдет. Во. Наверное, десяток точно есть. Все, рыбалка закончилась. Короче, к обеду вообще одна мелочевка. Ну, вы сами видели, вот такая. Сидишь, только червей насаживаешь. Еще солнце, ну, тучи разошлись. Ну и, соответственно, прозрачность увеличилась. Крупняка вообще нету. Ну, это не самое главное. Главное, посидел, порыбачил. Вообще классно провел время. Надо было прям вообще под утрянку сюда приехать. Но я, в принципе, наверное... еще раз сюда приеду, но уже попробую прям рано-рано утром сюда. Может быть, на утрянке будет все-таки получше клевать, а к обеду, ну, как обычно, мелочевка подходит. Все, погода вообще шикарная, солнышко потеплело очень сильно, утром прям холодно было. Ну, а сейчас уже снова жара. Ну, а надеюсь, видео было интересным. Всем пока!